Главу молодежного парламента Алтайского края избрали сегодня на первой сессии 6-го созыва. Им вновь стал Артем Сафонов. Депутаты также выбрали заместителей, утвердили состав и структуру комиссии парламента. Отмечу, в молодежный парламент входят 69 человек в возрасте от 14 до 35 лет, представляющие города и районы края. Молодежный парламент сегодня создан для того, чтобы вовлекать молодежь Алтайского края непосредственно в те управленческие процессы, которые происходят в регионе. Очень важно понимать, что у нас огромное количество молодежи, которая хочет принимать участие в управленческих процессах, хочет себя как-то проявлять. Очень большое количество инициатив у молодых ребят. И вот молодежный парламентские структуры, молодежный парламент Алтайского края позволяет ребятам в полной мере осознать, как устроена система власти в Алтайском крае.